В эфире новости «Анапа регион», в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Для них нужно быть все время как артистом. Призвание – учитель. В преддверии профессионального праздника анапских педагогов наградили почетными грамотами и благодарностями. Это новая продукция, которая в Анапе. Развиваем рынки и будем поставлять. Кубань хлебосольная. Анапская делегация приняла участие в открытии агропромышленной выставки продукции местных производителей. 60-70% из них трудоустраиваются. Планета ресурсов. Около 200 человек сегодня выбрали работу на сезонной ярмарке вакансий. Экологически чистые устрицы из Анапы обязательно будут востребованы на всероссийском рынке, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, осмотрев вместе с главой муниципалитета Юрием Поляковым стенды предприятия города-курорта на Кубанской ярмарке, которая открылась сегодня. Площадь экспозиции города-курорта более 170 квадратных метров. В этом году Анапу на главном региональном форуме представляют два десятка предприятий. Виноделы, производители продукции из рыбы и морепродуктов, изделий из народных промыслов, а также продовольственных товаров. В ассортименте пельмени, сыры, кондитерские изделия на основе халвы в оригинальной упаковке. Мы построили новую кондитерскую фабрику, которая способна в сутки дать 10 тонн конфет. Сегодня 3 тонны. Продаем по сетям. По санаториям, то есть продукция основана на халве в шоколаде. Если будет возможность у вас, вот вы сюрисанчем попробуйте чаем. То есть это новая продукция, которая в Анапе. Развиваем рынки и будем поставлять не только отдыхающие, но и производство. Анапский проект реконструкции двора по программе «Комфортная городская среда» признан лучшим в Краснодарском крае. Об этом сегодня сообщила заместитель главы курорта Анжелика Базунова. Эта программа будет действовать и в следующем году. 7 проектов планируется завершить до декабря. Подробнее в нашем материале. В центральном сквере 12-го микрорайона кипит работа. Территорию поделили на две примерно равные части. Одна для тех, кто хочет посидеть в тишине, и для самых маленьких. В ней, в том числе, центральная зона отдыха с детской площадкой. Другая для любителей активного отдыха. Там будут тренажеры. Идет разметка игровой территории. Спортивную площадку расширяют до стандартного размера. Она будет огорожена. Николай Покровский живет в 12-м микрорайоне около 30 лет. Считает, что перемены назрели. Сразу, когда они ходили, мы вроде как и против были. Ну, думаю, что там, дети, песочек играют. А сейчас, смотрю, что, ну, доделают, ну, вроде бы нормально. Конечно, наверное, надо это делать, облагораживать. В сквере установят несколько видеокамер. По договору работы планируется завершить до конца года. Но подрядчики говорят, что управятся раньше. Кроме того, по программе «Комфортная городская среда» в этом году благоустроят 6 дворов. Как правило, речь идет об установке детской тренажерных площадок, зоны отдыха, устройстве парковок. Решение о выделении средств принимается на краевом уровне. В программе на следующий год 5 проектов. Самый крупный из них для двора между улицами Шевченко и Новороссийской признали лучшим в Краснодарском крае. Ну, в первую очередь, конечно, это заслуга жителей, которые организовали и подачу заявки, и консультировали проектировщиков, что они хотят видеть в этом дворе. Конечно, в первую очередь, это заслуга жителей, проектировщиков, управления архитектуры, управления ЖКХ. То есть все сообща работали над этим проектом. Этой ракете скоро 40 лет. Рядом была горка, но она сломалась, ее убрали. В будущем году здесь появится детская площадка. На этом месте будет одна из зон отдыха и тренажерный комплекс. Галина Александровна живет в этом доме с момента постройки. Больше 50 лет. А во дворе в первую очередь нужно для детей сделать площадку. Хотя я на улице уже. И сделать хотя бы заборчики все одинаковые были. Заборы на палисадниках сделают однотипными. Асфальт и бордюры будут новыми. Зелень максимально сохранят. Беседку просто заменят на новую. Голубятню оставят на месте, так как она стала уже неотъемлемой частью двора. Этот и другие проекты направлены на государственную экспертизу. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион. В преддверии Дня учителя в городе-курорте поздравили анапских педагогов. Их наградили почетными грамотами и благодарностями. Для многих школа стала вторым домом, обучение детей смыслом жизни. Виктория Звягина, педагог со стажем, продолжатель столетнего рода учителей. Вот это что такое за отрезок? Что он обозначает? Яблоки. Яблоки, правильно. Значит, сколько у нас там яблок?
10. В этом году Виктория Звягина отпраздновала юбилей. 30 лет назад она пришла в пятую школу, еще будучи практикантом. Здесь же работали ее родители и бабушка с дедушкой. Трудовой стаж династии педагогов более 100 лет. Профессию учителя она считает призванием, а стены пятой школы – вторым домом. По словам Виктории Анатольевны, настоящий учитель должен самое главное – заинтересовать ребенка. Нынешнее поколение детей схватывает информацию на лету, но нужно постоянно удерживать их внимание и разбавлять уроки играми. Этот возраст, с одной стороны, он благодарный, и сразу же видно реакция детей, потому что они очень открыты для знания, для общения с педагогом и с любым взрослым человеком. Но с другой стороны, у них есть свои особенности у малышей. Они не могут долго удерживать внимание. Им нужно все время быть, для них нужно быть все время как артистом, чтобы что-то их заинтересовать, привлечь, особенно в наш век, когда все работают с телефонами, с компьютерами. И поэтому, конечно, в этом своя сложность. Она очень хорошая учительница, она нам много чего научила. Я второй класс перешла, мне все нравится. В классе более 30 человек. Уделять время каждому трудно. Однако педагог придумала свой способ обучения. Объединяя детей в разные группы по их интересам, навыкам и особенностям, Виктория Анатольевна находит индивидуальный подход. Без особых проблем дается и общение со старшеклассниками. Она ведет курсы профильной ориентации для выпускников, помогая детям определиться с будущей профессией и раскрыть их потенциал. Школьники уже готовят сюрприз для своего любимого учителя, который подарит ей 5 октября. Каждую открытку самостоятельно сделает, подарки какие-нибудь, букеты осенние, цветы, конфеты. Как бы мы ни уставали в своей работе, когда идешь вечером или утром из другого конца квартала, слышно: «Виктория Анатольевна, здравствуйте!» Там бегут, обнимают, как у вас дела, причем когда уже проходит много лет. Есть выпускники, которые уехали и работают уже и на Камчатке, и во Владивостоке. Понятно, что жизнь разбросала их по разным местам. И когда приезжают в Анапу, стараются они именно 1 сентября подъехать или уже в мае. И благодарят тебя, конечно, сразу же понимают, что все не зря. Сегодня в городском театре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Администрация Анапы отметила лучших педагогов. 130 учителей получили благодарности от главы курорта. Среди награжденных знак почетного работников в сфере образования Российской Федерации получила и Виктория Звягина. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион. Подробности торжественного собрания ко Дню учителя завтра в эфире наших новостей. Театр танца «Лунапарк» занял 1-е место на международном турнире по шоу «Дэнс» в Чехии. Сегодня коллектив вернулся в Анапу с заслуженными наградами. Более 100 человек на одной сцене. Грандиозная постановка «Мьюзим» буквально покорила мировых судей. Театр танца «Лунапарк» неоднократно становился призером и победителем международных конкурсов и танцевальных олимпиад. Теперь копилку призов пополнит золото из Праги. Около 200 человек сегодня выбрали работу на сезонной ярмарке вакансий. Ежегодно Центр занятости населения помогает жителям и гостям Анапы с трудоустройством. На встрече с будущим работодателем все желающие могут задать интересующие их вопросы о компании и открытых вакансиях. Осеннюю ярмарку посетили более 300 человек. У анапчан появилась уникальная возможность стать сотрудником инновационного технополиса «Эра». Сегодня его представители пришли на ярмарку вакансий в качестве работодателей. Особым спросом у элиты российской армии пользуются квалифицированные технические кадры и инженерные специальности. Однако устроиться на работу в технополис смогут и медсестры, бухгалтеры, а также младший персонал. Она будет постоянная работа, нормальная продолжительность рабочего времени с 9 до 18 часов. Вот, оформление по трудовой книжке, черных нет у нас, как-то выплат. Вот. Ну, соответствие, конечно, чтобы было образованию, диплома. Желательно, конечно, опыт работы. Заявки подали 22 работодателя. Гостиницы и рестораны, санаторно-курортные комплексы, пекарни, частные медицинские клиники. Найти работу по профессии не составляет труда. Вакансии открыты и для лиц с ограниченными возможностями здоровья, выпускников школ и пенсионеров. Как отмечают специалисты соцзащиты, главное внимательно изучить условия договора. Лишь официальное трудоустройство и белая зарплата позволят избежать проблем в будущем. Есть люди, которые де-факто проработали по 40 лет и даже
даже более. И у них есть все основания для того, чтобы получить, например, статус получателя мер социальной поддержки, ветерана труда. Но, к сожалению, когда начинаем работать с документами, то отсутствие официальной записи в трудовой книжке сегодня не дает людям возможности получать достаточно хорошие меры социальной поддержки. Ежемесячные выплаты и 50% коммунальных выплат. Поэтому я думаю, что, пользуясь услугами таких ярмарок вакансий, люди быстрее найдут. Вот пройти по всем предприятиям, учреждениям города, ну, достаточно сложно. Надо найти, услышать. А здесь человек может увидеть и иногда сталкивается с такими предложениями, о которых для себя он даже не предполагал до того, как пришел сюда на ярмарку. Чтобы повысить социально-трудовую грамотность анапчан, Центр занятости проводит лекции и мастер-классы. Прямо на ярмарке будущий сотрудник заполняет документы под руководством специалистов, составляет резюме и проходит собеседование с работодателем. Наше министерство уделяет большое внимание работе с легализацией трудовых отношений. То есть скажи нет неформальной занятости и зарплате в конверте. Поэтому мы сейчас максимально работаем над просвещением граждан именно над трудовым правом и правовыми отношениями. У нас около 4000 человек принимают участие в ярмарках, и, как я уже говорила, 60-70% из них трудоустраиваются. По словам специалистов, в городе-курорте нет проблемы с безработицей. Количество свободных мест больше, чем работоспособных жителей. Столь масштабные ярмарки вакансий проходят в Анапе дважды в год в рамках краевой акции «Планета ресурсов». Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа Регион. В Анапе проведут показательный день здоровья под девизом «Научись управлять собой». Профилактическое мероприятие будет приурочено ко Дню учителя и состоится в субботу в городской поликлинике. Жители курорта смогут получить бесплатную консультацию узких специалистов – терапевта, невролога, эндокринолога, кардиолога, офтальмолога, онколога, психиатра, нарколога и психолога. Также будут проводиться экспресс-обследования. Каждый участник мероприятия получит лист с результатами, а также рекомендации по вопросам ведения здорового образа жизни, правильного питания, физической активности, необходимости соблюдения режима дня, профилактики гриппа и влияния стресса на организм. День здоровья пройдет с 9 до 13 часов по адресу улица Крепостная, 85. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь», Анапа, Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным. При первых каплях дождя или хлопьях снега даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул, чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Снижайте скорость.